Кража на сумму более 1 миллиона рублей произошла в деревне Радищево Солнечногорского района. Неизвестные проникли в жилой дом и похитили золотые изделия, наградные часы и денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлены и задержаны ранее судимые 41-летний житель Солнечногорья и 28-летний житель города Химки, подозреваемые в совершении данного преступления. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении задержанных следователям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Юлия Унрау, Илья Тимофеев. Наше время.